Peggy 16. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Женёк, и сегодня мы с вами играем Need for Speed Most Wanted. Правда, не в новый, а в старый, но в новый я даже при любых условиях играть не буду. Это такой трэш, что... нет, извините. Сегодня мы играем в старенький Need for Speed. Сейчас... Играть я буду на геймпаде, вот на вот этом вот. Сейчас у меня очень громко колонки. 4 колонки, блин, поставил, вообще капец. Все, погнали. Так, первая миссия, я, конечно, заставочку пропустил, но мы гоняемся... Ой, мы гоняемся с Рейзером. Так как тут поменять-то? А, вот, задний вид. Мы гоняемся с Рейзером. Я думаю... Что? Тачкой что-то не так. У тебя масло течет. Сейчас, отвали, погоди. Нет. А, вот, все. Немножечко в кнопочках надо разобраться. Так, слушай, ты куда так рванул-то? Мне сказали, что у меня масло течет. Дай хотя бы тебя выиграть, да как-то. Ну не, ну. Убавил звук, но, видать, на заставке это не распространяется вообще никак. Итак, мы прибыли, я так понимаю, в Рокпорт только что, да? Заставочка была. И сейчас мы должны кого-то обыграть. Блин, я очень неудобно поставил задний вид на кнопочку 4. На 4? На кнопочку 4. Это отвратительно, честно говоря. А, кстати, ребятушки. Физика не как в Undercover. Undercover мне был как-то удобнее несколько. Ребята, да, подскажите, какой пробы лучше снимать игру Game View Tycoon, по-моему, она называется. Потому что PlayClaw ее как-то не берет вообще. Я пытаюсь записать ее PlayClaw, и мне ничего не получается. Куда? Куда, чертова стена? Да блин. Дегенерат, тварь, а. Смотрите, у меня обогнал. Фух, блин, ребятушки, я сегодня какой-то не смешной. Да, я устал. Главное, хоть время еще нормальное. У нас было 2,5 пары. А просто 2. Блин, я на геймпаде отвык играть, ребят. Я не играл на геймпаде уже сотню лет. Смотрите, этот урод. А, он уже на финише. Ай, последнее место. Ну, да, с двух второе. Так, ну-ка. Давненько я не играл в Need for Speed именно. Most... Need for Speed Most Wanted именно. Давно не делал этого с геймпадом. Но ничего, сейчас немножко приноровлюсь и будет отлично. Вроде вот уже стал попадать в кнопку заднего вида нормально, уже не отпуская газа. Тем же пальцем, между прочим, купил. Так. Если это сам... Да опять перепутал кнопки! Собака! Ну-ка нафиг. Так. Это мы сносим. Да что ты будешь делать? Ребят, вот почему я все время тут уходил? Объясни. Так, газку. Блин, я обожаю Need for Speed, правда, не все, конечно, части. Вот, даже если говорить про Most Wanted того же 2013, по-моему, он года, он полное говно. На мой взгляд, на мой субъективный, так сказать, взгляд, полный трэш вообще. Но вот 2005-го, это, конечно, дело.
Так. Раскуда, сейчас поддам. Зайкся золото, это все у нас уже установлено. Тихо! Ёлки-моталки! Я сейчас хотел прямо поехать. Ну все, мы выиграли. Нига. Кто привел хвост? Рейзер, он сам прицепился ко мне. Цыц! Вот теперь тут на одного лоха больше. Надо просто забрать машинку и послать нафиг. Вряд ли он лох. Тачка хороша. Ух, какая это. Нет. Получше всех ваших. Да у меня вообще замечательная машина. Против этой тачки у тебя нет шансов. Но это еще надо доказать, киска. Ты меня плохо знаешь. Спорим на что угодно. Я сделаю этот велосипед прямо на старте. Ну-ну, сколько ты готов поставить? 5 штук. 5 штук, что мои ребята его порвут. При чем тут твои цепные псы? Сам-то зассал, да? Я сам пачкаться не стану. Ребят мои порвут. И не было такого, чтобы ты, киска, решала, что мне делать. Ага. Он же номер 15 в списке. Да хоть для него это мелко. У него есть стиль. Ладно, все ясно. Так вы струсили, да? Урою. Как ты успехство, мой. Хрен тебе. Не сдамся я, понял? А 10 поставишь, а? Вот так. Хочешь поднять ставки? Ну давай. Эй, это полиция? Тут какие-то хулиганы у пристани решили гоняться. Разносят все вокруг. Приезжайте и скорую захватите. Вообще, так, все, погнали. У нас гоночка начинается. С Будом каким-то гоняемся. Так, ты, Буда. Иди ты в жопу. Ты вообще посмотри, что у меня там ждет. ЕРСТ. Ты вообще видишь, у меня какая БМВ классная. Блин, а графики здесь вообще просто... Просто конфет. Оба-на! Оба-наськи, а ты-то откуда вылез? Афанасий! Ты вообще, блин, откуда здесь, натуре? Не, единственное, что здесь копы несколько туповаты. Потому что... Да что ж, я из-за солнца не вижу ничего. Ребят. Там что-то слишком ярко. Поехали. Во! Идеально! Нет, в натуре, блин, такое солнце тут слепит. Вообще жесть. Солнце только так вообще. Подкрепление выехало, может ехать обратно. И вообще насрать наше подкрепление. Вы видите, что я тут сейчас все разнесу. Ух, нет, ну вот, конечно, за что люблю Need for Speed, так это за гонки, это звучит банально. Но оно так и есть. Если бы Need for Speed был бы каким-нибудь обычным 3D-симулятором машинок, то вообще бы вряд ли бы кто-то бы стал покупать, качать и тому подобное. Ух, 240 пошел! Вы смотрите, ребята. Да-да-да-да! Тыщ! 2 дня назад я уже приобрел же репутацию гонщика. Чего там? Эй, ковбой, не забыл меня? Ну-ка сейчас проверим. Забыл, ты кто? Я тебя... Ай, ты пошел в шопу. Я тебя забыл, я тебя не знал. Все. А мы-то играем с вами всего 10 минут. Как вы думаете, я порву их? Конечно, порву. Что тут думать?
Первым делом включаем ашотик, азотик. Еще, короче, едем, просто едем, подкапливаем азот, ашот. Ашот продает азот. Азот продает ашот. Непонятно, кто кого продает. Так, тихо. Так, азота мы, видите, подкатили с вами. Ух, и сейчас дёрну только так. Давай. Ну, немножечко врезался. Еще не... Ничего себе! Вы видели это? Офигеть! Вот это у меня, конечно, первый раз Most Wanted, настолько машинка летает. Да, вы посмотрите, у меня слов не было забыто. Этот сын давно уже не снимал, потому что мне некогда банально этим заниматься. И поэтому я сегодня неинтересный, я сегодня скучный. Отвратительно просто. Так, разрыв неплохой достаточно. Прямой кишке. Так. Заносик небольшой. Оба-на! Я немножко приноровился этот круг, я, смотрите, уже иду получше. Сейчас сглазю, наверное, и разобью. Ух, блин! Тихо, ребята. Я прям в миллиметре просто прошел. Просто миллиметр оставался между мной и этой стеной проклятой, а? Ай-яй-яй! Так, тихо! Тихо, я сейчас просру, походу. Куда, ребятушки? Вам не надо гнать. Мне надо. Вы там вообще в жопу пошли. Ёлки-палки, смотрите. Еще вот чуть-чуть вот. И все. Ты шел неплохо, но не зарывается. Я шел отлично. А ты вообще закрой, хлебал. Ничего. Рейзер, отвали. Вот он, Рейзер, блин. Вот его машина. Видите, вот и вот та вот что. Мустанг. Вот. Точно. Хорош уже булькать тут своими этими движками. Поехали, давай. Ты что думаешь, от того, что мне тут поурчал, я тебя засу, что ли? Не. Ух, давай, я готов. Ай. Сегодня я стану на 15. О, погнали! Сейчас Рейзера будем обгонять. И вот тут, по-моему, у нас как раз он нас подставит и... У нас потечет масло. Течет. Опять солнце, я опять ничего не вижу. Течет. Масло течет. Та-та-та-та-та-та-та-та. Где музыка, кстати? Need for Speed известен своей музыкой. Я лично музыку пока не слышу. Я ее просто слишком убавил. Она, когда убавляешь на два деления, по-моему, перестает играть, насколько я помню, с старых еще добрых времен. Тихо. Да тихо, ну чё ты... Ты говно. Чего эту тачку так заносит, а? Чуть-чуть врезался, ее все повело. Ну иди, материться запретили, я не знаю. Тут тратить. По-моему, я сейчас не выйду. Так на! Чуть-чуть, же, вот чуть-чуть. Нет, физика, конечно, очень сильно отличается от андекавера. Или андеграунда. Нет, андеграунд, по-моему, где еще дрифтовать надо постоянно. Андеграунд, наоборот, вот похож на Most Wanted. Там тюнинг тачек. На андеграунде, по-моему, тюнинга нет. Вот. Я их путаю, если честно. Понимаешь, что он... Куда в том? Хотя все равно у нас сейчас масло потечет, у нас еще что-то там. У нас машина все равно развалится сейчас. О, мусора.
Опа, мусора! Мусора, мусора, мусора легковые. Внимание всем экипажам, указанный район будет отцеплен. Код 6 не отменяется. Пэры-папам. Козёл, ведь, ну посмотри. Нет, ну ты посмотри вообще. Че? А, у меня масло. Да это насрать мне на это масло. Пусть хоть масло, я не знаю, пусть хоть эти котлеты текут, у меня вообще насрать. Ой, ой. Масло у меня течет. Я течу повод, что ли? Скажи, повар, ну все, жопа, она, не детская, детская. Алис, капут. По-другому нельзя сказать. Отобрали у меня машину. Во, и теперь мы с вами, просрав свою машину, можем выбрать себе нормальную. Есть Golf Volkswagen GTI. Он стоит, правда, дороже, чем у нас есть. Есть Chevrolet, по-моему, да, Cobalt. У меня просто вебки закрыты. Так, Пунта, это у нас что? Что-то не могу узнать. Так, ну это понятно, Lexus. Так, Lexus вообще говняный, походу. Максимальная скорость, ускорение управляемость никакая. Пунта. Пунта, блин, я забыл, что это такое. Я не могу значок узнать, какой-то непонятный. Его то бишь не видно толком. Ай, блин. Максимальная скорость у него говно. Управляемость, ускорение лучше. Тут максимальная скорость более-менее, но ускорение и управляемость говно. И что вот из этого выбрать? Вот, вот что выберу. Не могу, правда, ее купить. Ай. Мне нужно занять третье место в черном списке, чтобы получить карьеру. Ага. Я черт знает, давайте Шевролешку выберем, что ли. Или вот эту хрень непонятную вообще никак. Ладно, давайте вот эту. Я не знаю, но она какая-то вроде бы и не очень хорошая, но и получше, чем предыдущие. Так, смотри, карту, вот место, о котором я тебе говорил. Так, во-первых. А, это Фиат, ёть! ПРСТ. Пацаны, это же Фиат. Блин, зря я, по-моему, Фиат выбрал. Мне Фиаты вообще только не нравятся. Да, Фиат, вот, точно. Просто, когда я Фиат, короче, был, знакомый. Он был с красным, короче. Ну, красный значок, потому что грузовой. А у легковушек, по-моему, синий. Ну сколько она, смотрите, уже 160 в принципе берет. Ай-яй-яй. Да. Что ж? Ух, она тяжелая, вот, посмотри, она тяжелая очень, она неуправляема практически. Очень сложно ее управлять, я вот честно вам скажу. Ну как тебе нора? Что скажешь? Да, у тебя нора. Держать тачку можно здесь. Считай, что это твой гараж. И, кстати, классное укрытие от полиции. А вот говорю, свои... жена, да, замечательная, что ты. О, музыку слышу теперь. Правда, очень тихо. Мне вот теперь нору предоставили. Видишь как? Миткина нойка, блин. Ну-ка. Так, чё, мы с вами погоняем еще одну гоночку. Вот, давайте, знаете, выберем сейчас... Для начала гонку на выбывание. Кто последний приехал, тот лох. И тот выбыл. Вот и рискнем, заодно протестим свой Фиат. Ничего себе, я вырвался. Фу, как там это. Обычно суеверные-то люди делают. Вот так вот еще к столу стучат. Ну ладно, мы с вами не суеверные, по крайней мере я. Поэтому просто говорим, идите во всем в жопу. Вот так вот. И поехали, поехали. Уже 170 иду, а? Ух, 180. Вот этот Фиат жарит вообще.
Я уж отчетчего от Фиата 180 вообще не ожидал. Надо, по-моему, максимальную скорость у него 180. 180, знаете, для Фиата, для вот такого вот, для карьера. Карьера, да? Я что-то перепутал уже. Жигули, семерку, сейчас возьму, короче, всех ломать. Я нагну тут вообще. Первый круг мы с вами уже почти прошли. А еще лучше шаху возьму. На шахе, короче, я тут сяду. А Вася, короче, за тебя Колым отдам. Что-то там Жан-Клод Ван Дам. Там тара-та-та-та-та. Так, ладно. Управляется очень тяжело, потому что я не знаю вообще. Типлер выбыл. Да насрать. Типлер, говниплер, вообще лох, степлер какой-то. Мастер степлер. А, в принципе, я же снимаю все, ну, по 25 минут, у меня стандартное такси. 25 минут. Поэтому у нас еще с вами 4 минуты есть. За 4 минуты мы с вами успеем пройти еще остатки кругов. Остаток у нас полтора, можно сказать. Потому что этот мы с вами уже почти проехали. Останется один. Что-то жарко все. У нас плюс 100. Наверное, я не знаю. Вот отвратительно, жарко. Так, окей. Второй круг мы с вами прошли. Ай, музыка очень тихо слышна, я не слышу почти ничего. Ну а что поделать? Нельзя же громко музыку включать. А то... Что они там делают? Подождите. Видите на карте, они просто дергаются, короче, в одном и том же углу. Хотя нет, немножко. Да что ж такое? Меня заносит, я не могу, это вообще как. Блин, я вроде сегодня вот ничего толком не делал, да, но устал почему. Хотя сегодня пятница, сказывается недельная усталость. Сначала подучиться, потом подработать, потом пилить летсплей, мне уже лень, я уже месяц, наверное, собираюсь что-нибудь пилить и... Кто выбыл-то? Преза, по-моему, выбыл. А остались я и Маскет. Ну, я думаю, вы понимаете, кто из нас победил. Вот я и победил. Так. Проучи Рейзера и покори черный список. Тыр-тыр-тыр-тыр. Все понятно, это неинтересно. Блин, нет, ну вы посмотрите, а. Машина вообще никакущая просто. Сейчас, подождите, а если вот так? А, ну смотрите, более-менее, по крайней мере, идет. А, это называется, между прочим, не дрифт. Дрифт это когда вот на повороте ты едешь, допустим, сейчас попробую дрифтануть. Во! Вот, смотрите, она на дрифте очень хорошо. Да, дрифт у нее неплохой, между прочим. А вот именно эта тема, да? Сейчас. Круговая. Разворот на 360. А, называется форсаж. Между прочим, оказывается. Я узнал, я читал. Отлично. Это разворот на 360, форсаж называется. Ну и достаточно неплохо. Да и в занос она уходит. Вообще отлично. Сейчас, давайте. Да, но правда разворачивается она вот это. Не ахти. Так, а если попробовать разворот на 360 без ручника, а чисто газ-тормоз? Нет, хуже, хуже. С ручником лучше получается. Согласитесь. Сейчас. О, пошла, пошла, пошла. Сейчас после двух кругов сразу. В занос. На повороте в занос. Нет, а чё, достаточно неплохая машина, если так посудить. Мне нравится. Да, она, конечно, тяжело управляется, но уж... Не так тяжело, как могла бы
даже если бы я, допустим, сейчас выбрал бы ту же Шевролешку, мне кажется, Шевролешка была бы несколько послабей. Зато таран из этой машины великолепный, а? Вот чё-чё, а таран из неё вообще божественный. Я почти даже скорости не потерял, я её просто поднул и всё, иди в жопу, называется. Просто замечательно. Ещё резкий это сворот. Ну да, я хотел, чтобы она вот развернулась на 180 градусов и поехала обратно. Ну как бы... Да, ну как бы и нет, ну посмотрите. Да, чтобы она развернулась еще и назад, нужно вообще еще проехать километр. Да. Ух, мы с вами 26 минут. Ну великолепно вообще, ну откуда ты взялся? Товарищ. Эхо 22. Эхо Москвы в Казань. И какие там еще радиостанции есть? Я в этих радиостанциях. Да я вообще великолепен, а? Прошу поддержки, код 3. Да как так? Я хотел бензоколонку ему подорвать, чтобы промчаться. Конечно, конечно. Конечно, коп лох, он вообще не на ту дорогу поехал. Нарушитель скрылся, отцепляйте район. Ой, вы тормоза. Ой, вообще... Нет, вандкавер, это было... Нафиг пошел. Все, вообще все. Отвали. Я вообще всех надо. Это Славли 3, стоим в 10.43 между моим и квадратом. Ты че? Дерзкий, что ли? Дерзкий, что ли? Блин, а я не понимаю, почему он такие следы-то оставляет, почему он с пунктовкой едет? Если я вот тормозну, да? Допустим, разгон он берет с пробуксовкой, вы посмотрите. Мотору явно не хватает немножко мощности. Все, я выиграл, я проехал через флажки. Да, мощности немножечко не хватает, конечно. Идет с некой пробуксовочкой. Но это, в общем-то, не суть. Машина хорошая. Машина хорошая, машина мне нравится. Не, я хочу туда, я хочу дальше. Хочу дальше. Я застой. Дайте мне дать. Не дай. Ладно, дальше она мне пройти не дала. Ну ладно, ребят, надо на этом заканчивать. Уж меня не обессудьте, что я сегодня не шибко какой веселый, но действительно стою. Такой пипец вообще. Ну ладно, что ж, ребятушки. Давайте с вами заканчивать. Именно вот на этой вот эпичной ноте, когда я врезался. Поэтому с вами был я, Женёк. Всем удачи. Пока. Пока, ребята. Ага. А я уеду. А я катаюсь. Внимание, патрули, сообщение, код 6. Ехал на север, мимо Heritage Heights. Нужны свободные экипажи. Ну ехал и ехал, ну и насрать. Чё? Сообщите приветы объекта. Объект, белый спорткар. Спорткар? Вы хотите назвать этот спорткарный фиат спорткаром? Вы чё? Это обычный семейный автомобиль. На нем на дачу надо ездить. Пьянство. Гонки гонять. Спорткар. Спорткар это Ламборджини. Вот хрень какая. Так, ладно, давайте я припаркуюсь. Ух, какой они поворотный, а. Спорткар, блин. Так, ну все, припарковался. Ну что ж, спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был я, Женёк, и сегодня мы с вами немножечко поиграли в Need for Speed Most Wanted. Поэтому всем удачи. Всем пока.